Воспитателей, психологов, учителей, логопедов познакомили с практическим опытом включения детей с аутизмом в обычную школу и детский сад. Семинар в Сочи проводит педагог-дефектолог из Татарстана, которая в одной из школ города Альметьевск курирует сразу три инклюзивные площадки. Итоги очень хорошие у нас получились. Дети включились в общеобразовательный процесс. Поведение детей улучшилось, проблемное поведение у детей сократилось. Дети стали идти на контакт, у них выработалось социально приемлемое поведение. Семинар в Сочи организовал Центр инклюзивного развития «Ключи». Он получил президентский грант, благодаря которому в том числе удается оплачивать выделенные в школах ставки тьюторов. Это педагоги, которые сопровождают индивидуальную работу детей-аутистов. 5 лет назад понимания не было вообще. Вообще не было. Мы когда пришли первый раз в управление образованием, нам сказали, ну есть же школа 8-го вида, вот все дети с аутизмом должны учиться там. За время работы нашего проекта у нас включилось в общеобразовательное учреждение, сейчас учатся 3 детей. В новом учебном году в школу готовится пойти еще 2 ребенка с особыми потребностями и готова принять гимназию № 6, которая уже имеет опыт работы с такими детьми. В школе оборудован специальный ресурсный центр. Здесь дети с особенностями развития, которым просто необходима смена деятельности, могут отдохнуть и с пользой провести время. На данный момент в гимназии обучается 2 деток с расстройством аутистического спектра. В сентябре ждем еще нескольких детей. 2 года подряд ни одного вопроса по поводу какого-либо негативного отношения. Дети учатся наравне со всеми, одинаковое отношение. Семинар завершится в Сочи завтра. В заключительный день состоится тренинг по основам работы с проблемным поведением детей. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.